уже то ли забыл, ну, я обычно сыр в карман всегда кладу. А почему сыр? А потому что мне сыр нравится. Особенно, а почему сыр нравится? Потому что я его всегда с чаем пью, этот сыр, понимаете? И у меня здесь кусок сыра, видать, был. Вот вы видите карман дыря? А я просто курточку повесил на гвоздик. Все. Думаю, как это крысы умудрились? Ай, ясно, все. Они же, крысы как чуют, они же в карман не залезают. Они насквозь. Я вот, ну, как-то помню, он в портфеле принес, ну, себе обед, покушать обед просто. В портфеле у него был обед. Вы представляете? А мышки, или там, не знаю, или, ну, крысы почувствовали, что что-то там есть. Они продырявили этот портфель, в портфеле все уничтожили. Так нет, через эту, чтоб дырку выскочить. Нет, они через эту дырку не выскочили. Они снова вторую дырку сделали и вылезли с таким пока. Короче, две дырки сделали в этом. А он глянул, а что там в портфеле, жрать нечего, потому что там все сработано. Вот так крысы, они молодцы вообще. А между прочим,